Друзья, всем привет! Мне пришла посылочка Avon. Это ноябрь месяц. Будем вместе с вами открывать. Итак, сверху у нас, как всегда, прайс-лист. Смотрим. Детский спрей для расчесывания волос. Здесь у нас 200 миллилитров. Фокус где-то теряется. Так. Вот такие вот духи. Здесь 50 миллилитров. Пена для ванны 500 миллилитров. Гель для душа 500 миллилитров. Манговый. Мыло 300 миллилитров для интимной зоны. Эва духи 100 миллилитров, большая такая баночка. Маска, пленка. Так. 75 миллилитров. Такая вот масочка. Вот такая вот пена для ванны. 1 литр. Релакс-терапия. Вот такой вот гель для душа. 250 миллилитров. Так, масочка для лица. 2, 3. Интенсивное увлажнение, активное омоложение, здоровое сияние, тканевые маски вот такие вот. Так, это у нас бальзам-ополаскиватель для волос. Здесь у нас 250 миллилитров. Шампунь. Роскошное питание. Тоже 250 миллилитров. Такая вот баночка. Гель для душа. 500 миллилитров здесь бутылек. Плохо видно. Так, затем вот такая вот баночка крем
экстрактом чайного дерева 400 мл. Так, духи. Черное платье. Здесь у нас 30 мл. Что ж такое, фокус теряется. Так, затем чистый кислород. Так, увлажнение и восстановление, ночной гель для лица. Здесь у нас 50 мл. Так. Очищение и сияние маска, пленка для лица. 75 мл. Вот такая вот масочка. Так, шампунь. Большая. 700 мл. Так, дезодоранты мужские, подмышковые зоны, они у нас идут по 50 мл. Вот такие вот два. Женский, вот такой вот Никоденс. Так, затем губная помада 7 мл. Сейчас открою и покажу. Вот такого вот цвета, блеск. Вот так, это у нас сыроватка для волос. Тридцать миллилитров. Губная помада. Это я себе заказывала, могу открыть, показать. Вот таким вот цветом, коричневая. Мне очень нравятся эти помады. Один. Так. 1,8 грамм. Вот такая вот помада. Так, это у нас тоник. Для глубокой очистки 100 мл. Что ж такое сегодня с фокусом, не хочет фокусироваться. Так, пробничек. Духи. Здесь очень мелко написано, поэтому я не вижу, не могу прочитать. Очищающая маска для лица. Такая вот. Так. Это уже январский каталог. Так, это декабрьский. Открыточка. Так, вот еще пробники.
духов. И буклетики на декабрь месяц. Вот такой заказик приехал ко мне этот месяц. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Друзья, всем отвечу. Всех благодарю за просмотр. Пока-пока.